Привет, маньяки, мои друзья. Маньякели? My brain's going. Маньякели. Ребятки, привет. Сегодня будет эпизод, посвящен пицце. Американской пицце. Не итальянской, не наполитанской, Маргарита. Итак, ребята, начнем мы с самой бичевской пиццы Америки, которая называется «Маленький Цезарь», «Little Caesars». Она реально гетто. То есть там самая дешевая, дешевая пицца. $5-7 за большую пиццу можно взять. И потом мы пойдем в следующий гигант. Мы вам покажем, куда мы пойдем дальше. А закончим мы наш эпизод моей самой любимой нью-йоркской пиццы. Рэй ее будет в первый раз пробовать. Она самая вкусная в Сан-Хосе. Начнем с самой худшей и закончим с самой лучшей. Пошли, Рэй! Так, Рэй, ну что? Пицца. Какую пиццу ты хочешь? О, прям все готово сразу. Так, давай, бери, пошли. Рэй, пошли к машине. Мы сейчас как с тобой в гетто в настоящем будем жрать в машине, около машины. Давай, покажи, что у нас чек. $7. И выходит 9.34 плюс 2 соуса. Ну-ка. Вот такая пиццуха за $9 на двоих. Little Caesars, pepperoni bestest. Они ее назвали bestest. Я не знаю, почему они ее назвали самой лучшей. Ну, пробуем. Приятного аппетита. Бичевская пицца. Запах школы. 94-й год. Блин, какая она соленая. Давление сейчас поднимется. Не, ну она такая, знаете. Это не настоящий сыр? No, it's not even real sir. It's like processed cheese. А давай попробуем вот эти, Рэй. Давайте попробуем Buffalo Ranch. Вот как это будет на пицце, интересно. Ну-ка. Какой-то майонез получается. Фу. Ну прям какой-то кислый соус непонятный. Как протухший какой-то тысячи островов. Следующий соус. Давай, чеснока. Какое-то масло. Чесночное масло. Чесночное масло вот такое. Сырный халапеньо. Давай вот так раз. Сырный халапеньо. Пробуем. Почему-то все кислое. Ну что я могу сказать? Little Caesars, маленький Цезарь, не изменилось вообще никак за последние 20 лет, то, что я помню. Одно и то же. Соус обычный, тесто. Неплохое тесто у них, я должен сказать. Сырок, это не настоящая моцарелла, это хрен знает что, если честно. И пепперони прям все такое масляное, жирное. Типичная Little Caesars. Я не знаю. Есть ли у вас в России Little Caesars, маленький Caesar, Цезарь? Потому что она реально по всему миру. И в Америке где-то, наверное, магазинов 5000 где-то точно будет. Куда бы вы ни пошли, если увидите Little Caesars, то вы находитесь, скорее всего, в не очень хорошем районе. Так, поехали дальше, Рэй. Едем пробовать следующую пиццу. Little Caesars. 2 из 10. Ребята, мы находимся в славном городе Кэмпбелл, Калифорния. Это такой тихий, маленький городок, спальный городок. Round Table Pizza. Ребята, смотрите, что это такое. Это тоже известная сетевая пиццерия по всей Америке. У них где-то, по-моему, 600, что ли, ресторанов или что-то типа того. Что самое прикольное, здесь есть буфет пиццы, то есть вы платите одну цену и жрете сколько хотите этой пиццы. Итак, ребята, Round Table, мы поднимаем планку пиццы выше. Итак, вот такой буфет, ланч-буфет называется, платите 9.49, безлимитные салаты, безлимитная пицца и безлимитный хлебушек. Попробуем, ребятки. Пошли. Вот такое местечко, ребятки, прикольное. А вот и сам буфет. Так, ребятки, короче, смотрите, взяли мы тарелочки. Так, берем вот эту гавайскую. Так, возьмем суприм. А не, это не суприм, это овощная, я так понял. Классика с пепперони. Так, здесь можно еще и салатик, видите, сделать свой какой-то салатик. Это прикольно. О, здесь олдскульная такая аркада.
Pinball Machine, конечно же. Во всех американских классических пиццериях именно вот такие вот дела. Так, ну что, пойдем. Также принесли нам бесплатно вот такой вот острый соус, называется Fiery Sauce. Так что, ребят, за $9.5 это неплохо. Ну, конечно же, лет 20 назад пицца-буфеты стоили $3, и там можно было целый день поесть. Сегодня это почти $10. А вот и время пиццы. Давайте начнем с классической обычной пепперони, так как мы попробовали маленький Цезарь, Little Caesar с пепперони. Так вот, мы посмотрим, как это на Round Table. Как же Round Table делает пепперони? Тонкое тесто. Ну, это вот такая вот, да. По качеству намного лучше, чем Little Caesars. Но это не Нью-Йорк. Как картонка, like cardboard, huh? Now the cheese is real. Definitely a lot better. I mean, Little Caesars, it's like, you know, you got a whole bunch of Marines and they squeeze all that MRE cheese on top of it. It's just лучше, чем Little Caesars. Ну-ка, с острым соусом. Приятный, островатенький соус. О, жгучесть совсем чуть-чуть. Попробуй. Так, ну что же, пробуем овощную пиццу. А, на ней курица есть. То есть с овощами перчик, оливки, грибы, лучок. Ну-ка. Too cold, yeah? Too cold. Холодная. Гавайская пицца. Ну-ка пробуем гавайскую пиццу. Все-таки мы планку повысили, но не так высоко. Итак, ребята, стоит ли это $9.5? Не-а, вообще никак. Пепперони пицца здесь неплохая, ничего особенного. Итак, Round Table я даю 4 из 10. I'll give this one a 2. 2 из 10. Что же, ребята, сейчас мы заправим машину и направимся в мою самую любимую нью-йоркскую пиццерию. Да, пока что-то прям не очень, конечно, в этих пиццериях. Сейчас 7-Eleven и Slice of New York. Так, ребятки, сейчас заехали в 7-Eleven купить водички холодненькой, вкусненькой. И едем в следующую пиццерию. Так, возьмем попить, что-нибудь холодненького бы взять попить. Может, сачок какой-нибудь, может... О, Кок-Зиро, о, как же я тебя люблю, моя Кока-Кола. Взял холодной Кока-Колы себе, ребятки, попить. В 7-Eleven? Yeah. In 7-Eleven pizza? 7-Eleven has pizzas. Где? Where? У них здесь пицца есть. Ну, раз есть, надо попробовать пиццу. Смотри. О, yeah. Давай попробуем пиццу 7-Eleven. Ну, ребят, раз мы здесь, попробуем пиццу 7-Eleven. Приготовили для нас свежую пепперони. Вот это кайф. Вот это молодцы. Okay. Don't worry. I got it for you. Thank you so much. Thank you so much. You too. All right. Ребята, приятная неожиданность. Пицца из 7-Eleven. Кто бы ожидал, что мы придем взять водички холодной, а уедем с пиццей? Какой пиццет, какой пиццет, какой пиз... какой пиццуч, пиццуч с пепперонуч. Ну что, Рэй, попробуем пиццу? Let's try the pizza. Давай. А? О! Это приятная неожиданность. Пицца от 7-Eleven. Ребята, я приятно удивлен. Ну реально, не ожидал, что будет вкусная пицца от 7-Eleven. Ну реально вкусная пицца. Это замечательно.
прям напомнило мне мое детство. Серьезно считаю, что эта пицца с заправки вкуснее, чем предыдущих два ресторана. Два куска пиццы за $2. А мы платили 9,5 за какое-то дерьмо. Вот и думайте, ребятки, если вы хотите пиццу, вот вам лайфхак. 7-Eleven пицца лайфхак. 7 из 10. 7 из 10? 7 out of 10? I'll go with that. Ну а сейчас мы поедем в самую вкуснейшую нью-йоркскую пиццу в Сан-Хосе. Поехали. И вот настал тот самый момент, Реюшка. Мы приехали в самую вкусную нью-йоркскую пиццерию под названием Slice of New York. Это самое близкое, что есть к нью-йоркской пицце, мы можем найти в Сан-Хосе. Но их много пиццерий разных нью-йоркских. Это самое вкусное, ребята. Это реально одна из самых вкуснейших пиццерий. Посвященная Нью-Йорку, конечно, самая вкусная нью-йоркская пицца будет. Угадайте, где? Нью-Йорк. Нью-Йорк, yeah, yeah, good job, bro. Ну что, пошли? Let's go. Thanks for coming to our no place. No problem. Have you been here before? Oh, yeah, absolutely. I'm okay, a big great. Fan. This all is right. like the Thanks. Best New York style pizza. Yeah. We'll just do two pepperonis two and... Pepperoni. All right. What's the most popular pizza you guys sell? Pretty much anything with pepperoni. Really, pepperoni? Yeah, yeah, pepperoni is nice. Probably our number one. That's our margarita, garlic, olive oil, base, Italian peel, pomodoro, fresh basil, fresh garlic, fresh parmesan, extra virgin olive oil. White pie, garlic, olive oil, base, mozzarella, ricotta cheese, extra virgin olive oil, and fresh parmesan. That's seasoned chicken, fresh basil, sliced onions, Frank's Red Hot, and fresh parmesan. Ребята, нью-йоркская пицца в Калифорнии. Самая-самая вкусная пицца, которую вы можете попробовать в Сан-Хосе. Вот она. Даже здесь все сделано, как в Нью-Йорке, смотрите. You guys, since you're doing a blog, you get stickers. Sweet. What kind of stickers do you like? Is it like the Warriors kind of sticker? That's our traditional one, that's our classic one. The sharks kind of colors, and this is like the Giants. Let's do the sharks, because it's San Jose, and it's New York. This is perfect. Thanks a lot, man. This is great. Here, you get a classic one, too. Oh, cool. Yeah. All right. Thank you, guys. Thank you, guys. Yeah, cheers. Ну что, сейчас Рэй удивим пиццей. Я-то здесь был, а он ни разу здесь не был. Большая пицца, вот такая, смотри, с моей руки. Thank you, guys. Yeah, of have a good one. Have a good one. Yeah. Вот тут прям сейчас сядем и заценим нашу пиццуху. У них, что прикольно, здесь фотографии плохих дядек висят, которые приходили в этот ресторан. Или что-то крали, или давали фейковые купюры, или что-то делали не очень хорошо. И здесь их фотографии часто вешают, чтобы люди знали этих ящеров. Смотрите. Вот, пожалуйста, сколько у них призов. Ну что же, Рэюшка? Итак, теперь смотрите, какая обалденная пицца. Ну-ка, Рэй, покажи. Смотрите, как надо есть пиццу. Он неправильно ест нью-йоркскую пиццу. Вот так едят нью-йоркскую пиццу. Ящер ты, ящерный. Bon appétit, bro. Это самое... вкусная пицца в Сан-Хосе, Нью-Йорк. Конечно же, итальянская. Мы не пробуем итальянскую, мы пробуем нью-йоркскую. Thin crust, тонкое тесто. Это вкусно? Very вкусно. Леопардовые пятна идеальные на этой пицце. Сыр. How's the сыр? Сыр обалденный. Пепперони хорошо? Вкусно, а? Это, ребятки, Сан-Хосе. Пошла кровь пиццы. Ребята, я могу весь день сидеть, перечислять самые вкуснейшие пиццерии Нью-Йорка, в которых я был. Гринальдис, конечно, Ломбарди, это обалденный. Ребята, нью-йоркская пицца. Это моя самая любимая пицца. Стиль пиццы Нью-Йорк. I'll give this one a 7. A 7? I'm 53 and I've lived on pizza a lot.
for me, pizza's pizza. Okay, my thing is tacos. Я ел самую вкусную нью-йоркскую пиццу в стиле Нью-Йорка. Это самое-самое то, что близкое к настоящей нью-йоркской пицце. Лучше пока я не встречал. Но мы будем искать. Мы будем искать лучшую пиццу Нью-Йорка не в Нью-Йорке. Возможно, что-то здесь есть, что может победить вот эту вот. Помню, в Чебуречной в детстве был. Кайфовал точно так же, как я кайфую сейчас. Ребятки, кто в Сан-Хосе будет, нью-йоркская пицца, если вы не можете доехать до Нью-Йорка, Slice of New York. О, Реюшка, Реюшка, куда он делся? Хулиган. Хулиган! Ребята, спасибо, что вы были с нами. Вот, пожалуйста, показали вам три пиццы в стиле Нью-Йорк, чисто американские пиццухи. Little Caesars, это было ужасно. Round Table, трата денег. 7-Eleven was a big surprise, это было офигенно. Конечно же, самая вкусная пицца в стиле Нью-Йорка, Slice of New York в Сан-Хосе. Целуем, обнимаем. Пока. Пока.